Новые знания, навыки и знакомства, участие в мероприятиях от местного до международного уровня – все это школа добровольчества «Город перспектив», где активисты молодежной организации «Новое поколение» Андрея Скотча обучают качественному волонтерству и созданию соцпроектов. В этом году школа впервые проводится не в Белгороде, а в городах области. Нога. Апельсин. Вот с такого необычного знакомства началась школа добровольчества «Город перспектив». Ее провели активисты молодежной организации «Новое поколение», которую поддерживает депутат Государственной Думы Андрей Скотч. Программа разбита на 3 блока – ознакомительный, интерактивный и образовательный. От специалиста регионального ресурсного центра развития добровольчества Даниэля Бейча ребята узнали об актуальных направлениях волонтерской деятельности. Прошли мастер-классы от нового поколения по изготовлению праздничной броши из георгиевской ленты и по работе с аквагримом на детских праздниках. Ой, я сейчас тебе что-нибудь такое нарисую. Все это очень интересно губкинским студентам, которые хотя бы чуть-чуть окунулись в волонтерство. Просто стало как-то скучно сидеть дома. Мне предложили поучаствовать в мероприятии. Первое мероприятие было «Кросс Белогорье». Это было довольно масштабное мероприятие, мне там очень понравилось, и я решил связать свою жизнь немножко с волонтерством. Меня волонтерство привлекает общением с новыми людьми, да и закреплением дружбы с остальными волонтерами, веселое времяпрепровождение. Также ребята прошли тренинг на командообразование и разобрали алгоритм реализации социального проекта. Все интересно. Интересный спикер был сейчас, интересные мастер-классы. Помогать людям, какой-то опыт для себя приобретать, полезности разные. Школа добровольчества проводится на Белгородчине в 4-й раз. Но только в этом году проект выехал за пределы столицы региона. Город перспектив. Активисты нового поколения провели в Волоконовке, Борисовке и Губкине. В этот раз мы решили выйти за пределы Белгорода, провести несколько зональных школ, которые в итоге завершатся большим форумом у нас в Белгороде. А для нас интересно посмотреть, познакомиться напрямую с ребятами, с молодежью, со всеми, кому не безразлично добровольчество у нас в регионе, обменяться опытом, который накопился у нас за 15 лет существования организации, посмотреть, как мы можем помочь друг другу, чтобы дальше в течение нашего форума в Белгороде мы могли подготовить более интересную и полезную программу для добровольцев Белгородчины. В апреле город перспектив пройдет в Строителе. Финалом обучения станет областная школа добровольчества нового поколения в Белгороде. Мария Шелепова, Александр Гончаров, Ирина Чуликова, 9 канал.